как же приятно надеть давно не ношенную вещь и обнаружить там заветную заначку. С нынешним курсом доллара хочется иметь хоть какую-то финансовую подушку безопасности. Что думают об этом челябинцы? Узнаем в рубрике «Глаз народа». Не получается. Нет, на черный день я ничего не храню. Не очень. Одна пенсия. Пенсия практически не хватает. Все, что заработали, все съели. Топ моей зарплаты, топ, что я занимаю деньги в конце месяца. Мошенников много развелось. Очень много мошенничества. Поэтому это уже на усмотрение каждого, конечно. Лично деньги достаточно плохо копятся, но вообще я откладываю их тоже в банковскую копилку. Она стоит у меня где-то очень далеко на полочке. Чтобы вот косплееры, нам обязательно нужны какие-то деньги на какие-то внезапные идеи. Почему? Потому что, ну, как-то надежнее, и там и проценты и тут большие, вот тут. И будут. Скорее на какие-то желания или мечты. Я, допустим, занимаюсь косплеем, и сейчас надо будет откладывать деньги на новый парик. Зарабатывать больше. Какой-то процент откладывать, конечно, нужно. Просто ничего не получается. Да вот это проблема. Не знаю, как будет все в будущем. Может, я останусь такой же непутевой. Ну, не получится у меня. Под подушками везде. Не надо. Сейчас столько мошенников, не надо. Даже не нужно. Вот. Снимать всю наличку, раскладывать по нуждам и часть убирать по конверту. Считаю, что лучше деньги хранить в банке на каких-то счетах, может, на накопительные. Потому что к ним всегда есть доступ. Можно тоже накапливать кэшбэк. Нужно учиться всем нам делать сбережения, это очень важно.